Всем привет! Сегодня у меня в ремонте BMW X3. Ну что, машина у меня в мастерской. Буду ремонтировать правую сторону. Машина уже разобрана владельцем. Мне надо только разобрать и снять двери. Итак, двери сняты. Основное повреждение – это порог и передняя стойка. У меня есть только такой донорский кусок для замены. Остальное придется рихтовать. Итак, начнем ремонт. Удаляю поврежденный металл. Этот усилитель крепления дверей тоже сильно поврежден. Удалю его и отровняю его на столе. Поврежденные части удалены, те, которые остаются, я отравняю, ну а те, что мне достанутся донорского куска, я заменю.
Теперь мне нужно установить донорскую часть, чтобы я смог установить заднюю дверь и выровнять зазор. Итак, одна часть приварена. Теперь подшабаню это место и после установлю снятые и исправленные части. Установил переднюю дверь для проверки. Все гуд. Снимаю дверь и заканчиваю ремонт стойки. Выравниваю места соединений. Перед установкой последнего элемента обрабатываю антикоррозийным средством.
Работа с металлом закончена. Устанавливаю переднюю дверь, переднее крыло, выравниваю по зазорам. Это все, машину можно красить. Двери были куплены в цвет машины, поэтому владелец решил их не красить. Снимаю их и отдаю машину на покраску. Через 2,5 недели, учитывая очередь к малярам, машина вернулась ко мне покрашенной. Внутренние полости обрабатываю антикоррозийным средством и начинаю сборку. Ремонт этого BMW закончен. На этот ремонт ушло 57 часов моя работа, и 2 недели машина была у маляров.
на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!